Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейдо, и добро пожаловать в Party Hard. Это игра про вечеринки, я даже больше говорить ничего не буду, потому что хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. К тому же у нее есть, ну, такая плюс-минус история, и, соответственно, мы сейчас с вами ее и посмотрим. К тому же мне безумно нравится этот арт-стайл. И как вы, кстати, заметили, я теперь записываю свои эпизоды с вебкой, надеюсь, что все будет нормально, и выгляжу я хотя бы, ну, более-менее, вот. В любом случае, новая игра. Поехали. Окей. Меня зовут инспектор Джон Уэст. Не спешите, мистер Уэст. Дышите глубже, хотите выпить? Виски со льдом. Виски со льдом? Неплохо, мистер Уэст. Да пошел ты, меня зовут инспектор Джон Уэст. Я был офицером в команде расследования дела кровавых вечеринок. Могли бы вы рассказать мне об убийствах на кровавых вечеринках? Это были серийные убийства в США во время осенних каникул 2000 года, проходившие только на вечеринках в домах и в их округе. На вечеринках на крыше, вечеринках на яхте, неважно, этот парень вырезал толпы на своем пути. И какой у него был мотив, мистер Уэст? О, это музыка! Дум, этот парень. Он всего лишь хотел тишины и покоя. Инспектор, может, вам стоит начать историю сначала? Это поможет нам лучше понять, с какого момента все пошло не так. Окей, цель убить всех. Ну, понятненько, окей. В ASD, как всегда, двигаться, а еще стрелочки можно использовать для всего этого дела. Туториал мы сейчас с вами смотрим как раз-таки. И, судя по всему, мы тот чувак, которому просто не дают спать. Вот, и он плевать хотел там на закон, то что после 11 нельзя шуметь, он просто, он не ждет действия закона, он просто берет и делает. Окей, так, окей, жми Е, чтобы убить, пока никто не видит, никто же не видит. Мне кажется, вот тот чувак, который в странном шлеме такой с рогами и с синими глазами может что-то заподозрить, ну вроде как мы за домом, так что, бам, окей, так, жми пробел, чтобы активировать ловушку. А где здесь ловушки? Двигайся к барбекю. Ну ладно, давайте продвинемся к барбекю. И... толкни жертву в огонь. О мой бог! О мой бог! О нет, о нет, о нет. Он меня увидел. Бегает на shift, догоню тебя. Окей. Больше никого не осталось. А стоп, убито 3 из 4. Чего? А, вон байкер стоит. Я... как он этого не увидел? What the fuck? Ну ладно, окей. Окей, я думаю, что мы прошли этот уровень. Так ведь? Да, я уже не управляю своим персонажем. Это было быстро, мне понравился этот туториал. Но игра прям вообще крута. И да, танцы. Окей. Наш рассказ продолжается. Один из моих офицеров откликнулся на вызов, поступивший из района Северного пляжа. Это был конец апреля, и обычная кучка студентов из колледжа в округе напилась до чертиков вместо подготовки к выпускным экзаменам. Если бы эти тупые, глупые ублюдки знали. Тупые, глупые ублюдки. Окей. Ух, нихрена себе здесь народу! Воу! Окей. А где сама вечеринка? Где музыка? Возможно, у меня в настройках музыка сейчас. Да, я ее забыл включить. Так, куда веселее? Так, ладно, наша цель убить людей и не зависать на вечеринках, так что... У-ху! Прочитать газету. Давайте прочитаем газету. С помощью меча можно делать рассекающие атаки. О мой бог. Это 8-битная графика, но все равно... блин, это довольно-таки не очень приятно выглядит. Так, нам надо выяснить, с кого мы, наверное, начнем. Как делихи. Мне нравится перевод в этой игре. Как обычно, я беру все. Они что там в казино играют? Ну-ка, я хочу 21 сорвать там куш. У! О мой бог, только что машина спецназа переехала двух человек. О мой бог, нет, я хотел вернуться от машины, но... Господи, но они торговали там наркотиками, я хочу в этом поучаствовать. Наркотики зло. Окей, наша вторая попытка. Их, видимо, сейчас сразу же повяжут, но мы хотя бы попробуем сорвать пару грамм оттуда. Ну-ка, двинули. Надеюсь, что я успею сломать объект. Я могу сломать огнетушитель? Окей. Эй, йоу,
получить вещь. Яд. Я забрал яд. Полиция позаботится об этом. О мой бог, кого-то убило, что ли, огнетушителем? О нету, 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 нет, мне надо убегать куда-нибудь. В ванну, ванну, ванну. Вот здесь. Я просто зашел помыть руки, да. Блин, у меня такое ощущение, что я Майкл Джексон. Ну-ка, ну-ка. Посмотрите на эту лунную походку. На самом деле, я задом-то толком идти не могу. Блин, это что, такой шанс пропустить? А, нет-нет-нет, он ко мне вернулся. Дверь закрой, дверь закрой. Тише-тише-тише-тише. Оп. Туалет — реальная тема. Опа! Так, их сейчас повяжут, мне надо бы уйти подальше от копов, потому что мало ли... Тише-тише-тише. Так. Я могу здесь перебираться по лестнице, это очень круто. Я не знаю, зачем мне нажимать пробел ради этого, если это... Или я перепрыгиваю через заборчик. Не знаю, 8-битная 2D-шная графика, дело такое. Так, окей, окей. Офицер, вы должны это увидеть. Так, нет-нет-нет, они нашли труп, но я сомневаюсь, что они... Вы видели, что только что произошло на улице? Я не понимаю, что в игре вообще происходит. Уже 17 человек убиты из 53. Вообще какой-то ад. Так. Там медик, 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 медик. Хотя ладно, ладно, он делает правильную работу. Мне кажется, что его не обязательно убивать. Так. Геймеры. Чёртовы геймеры. На ютюбе на своем просмотре... О нет. О нет, о нет, о нет. Он меня видел? Он меня видел. Так, там телефон, о, черт, 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 за мной менты точно едут, это знак наручников, нет, 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 нет. Бежать, 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 нет, 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 перелезть, я нажал пробел, нет, нет, 19 человек, чего ради, окей, заново, знаете, музыка все исправляет, я даже не расстроен от того, что проиграл, тум-чш, тум-чш. Нам надо использовать больше ловушек, потому что мы могли сломать там плиту. И, возможно, где-то здесь есть меч, потому что. Так, сломаем огнетушитель. Давайте посмотрим, какие вообще ловушки есть на карте. Извините. Так. А почему... Стоп, а почему никто больше не собирается? Вот здесь. Они что, не торгуют больше травой? Где отряд? Где... Они опять переехали пару людей. Эта игра. О, черт. О, у нее сердечко там. У нее сердечко над головой. О, да. Знаете, у нее скин выглядит, как будто она из пятого элемента. Как же Мила Йович же играла там, да? И значит, поджечь. Что поджечь? Черт, я из-за своей собственной камеры не вижу. Но для вас я ее подвину. Окей. Поднять тело. Можем поднять. Они все все спят. О мой бог, так, я что-то поджег и остался сам в комнате, и меня, видимо, как-то надамажило, что-то как-то опасно это было, но мы сожгли только что двух спящих людей. Это не смешно, на самом деле. Кто-нибудь хочет пойти со мной в туалет, а? Интересно, я могу просто так взять и поднять тело? Ну-ка, хэп. Тише, 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 никто ничего не видел, никто ничего не видел. Хэп. О мой бог. У меня получилось. Спящий человек, уязвимый человек. Окей. Так, давайте посмотрим, что на улице можно поделать. Там байкеры. О, нет, 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 копы, копы, копы. Они только что переехали пару человек, и я думал, что и меня тоже с собой заберут, по дороге размажут и забудут совершенно. И никогда, никогда обо мне больше не вспомнят. Так, окей, окей, окей. Так, ты. Это не я. Мы можем сломать конфорочку. Да, так, теперь газ выходит, так, надо валить бы отсюда. А то вдруг кто-то в комнате закурит, и все, и бабах. Как бы мне туда стащить как можно больше людей? Позвонить, я могу позвонить. Куда я могу позвонить? Давайте позвоним. Скажем, что там кто-то газ открыл. Возможно, газ вест... Лимузин приехал. Я уезжаю. Я думал, лимузин приехал ради меня, но, видимо, нет. Копы, нам нужно вызвать копов. Ой, мой бог, там, видимо, взрыв произошел, пока я огорчался по поводу лимузина. Сломать электрощит. Ое, о-о-о-о. Все, теперь, если кто-то пойдет в ванную, то это конечное. Можем мента убить? Блин. Сейчас все уже увидят. Ну ладно, все равно этого делать не очень хочу. Хотя он нам на самом деле мешает. Так, геймер. Тише. О мой бог, везде находят трупы, что вообще происходит? Но на улице вроде как чист... О, тише. Так, это тело я заберу... А, блин, она проснулась. Ненадолго ее отключила, видимо. Хоп!
Никто ничего не видел? Никто ничего не видел? Нет, 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 меня спалили, черт! Черт, 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 очень сложно на самом деле выруливать, где еще происходит. Так, из-за своей камеры я не вижу ничего из того, что происходит наверху, нет! Я не смогу убежать, нет! О, я смогу? Я слишком стар для этого дерьма. Действительно, чувак, ты слишком стар для этого дерьма! О, что только что произошло? Я надеюсь, что этого никто не видит. Уходим, уходим, уходим. Оп, еще одна халявная жертва. Тише, тише. Нет, нет, я уже практически нажимал на кнопку Е. О, что это за чувак? Он только что из-за карты пришел. Эй, братуха. Я не думаю, что его надо убить. Он выглядит как будто какой-то торговец с спайсом. Не знаю. На вечеринках, знаете, такие чуваки приходят и торгуют чем-нибудь не очень хорошим. Толкнуть жертву в огонь. Но этого я делать не буду, наверное, прямо сейчас. Прочитать газету. Чувак! Эй! Получить вещь. Он реально торгует, запасная одежда. Это значит, что мы можем поменять одежду и потом скрываться от копов, я полагаю. А Е на F использовать, окей. О нет, о нет, сейчас копы вернутся в свою машину, меня переедет. А, быстрее внутрь. Все в порядке, так, окей. А, на самом деле они все здесь, на вечеринке. Что тут я могу сделать? Может быть я... Что? Отравить еду. Да... Точно, 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 отравить еду. Диджей так. Я ей нравлюсь. Я ей понравился, но она потом убежала, потому что я сделал вот так, и как бы и все. Ну, как тот чувак-торговец. Только я не совсем торговец. Только я не совсем торговец, но. Окей. Ну-ка, иди-ка сюда. Оп. Хап. Эй. Хап. Окей, и хоп, тише, 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 окей, 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 я просто убиваю, нет, нет, почему, почему, она на меня посмотрела, я уверен, что она посмотрела на меня, что происходит вообще, помогите убийце, да я не убийца, ну, честно, верь мне, тише, тише, нет, 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 28 из 50, нет, ау, я в глаз себе пальцем заехал. Фак. Ну ладно, ладно, ладно. Мы пока только учимся. Блин, эта игра сложная, но мне не нравится прям. Заново. У, это, по-моему, новый трек. Бам. Может, газета нам что-то новое скажет? Смело надежда, по-моему. Да, это я уже слышал. Толкнуть жертву в огонь. Нет, мы пока этого делать не будем. Здесь слишком дохрена народу. Слишком дохрена народу. Что этот чувак делает вообще на этой вечеринке? Он, видимо, это знаете, как, типа, владелец дома. Он просто там играет в игры, ну прям как я. Играет в игры и... Кола выходит, это плохо. Играет в игры и, соответственно, ничего не слышит из того, что дома происходит. Это знаете, как... Проект X, как сам этот фильм назывался? Дорвались. Там, где у чувака был день рождения, они в итоге зафигачили самую крутую вечеринку вообще в мире. Окей. Никто ничего не видел. Я по одному уношу спящие тела. Просто, чтобы они отлежались в ванне, там... Я ничего не понял с того, что только что произошло, потому что игра залагала. Но такое тоже случается. Так, никто ничего не видел. Хоба! Просто кладбище, блин, в ванной. Не смешно это, не смешно. Но мне нравится эта игра, я не знаю почему. Ни хрена себе там произошло. Спецназ что, всех убил просто? Я думал, они их хотя бы задержат. И мы не можем отравить еду теперь. Карты рандомные? Я твой настоящий друг. Чей ты настоящий друг? На самом деле, любовь и дружба, это как бы разные понятия. Так, мне надо, чтобы в этой комнате было как можно больше народу. Она идет звонить, она идет звонить. Эй! Посмотрим. Я просто смотрю, как он играет. Никто ничего не видел. Я просто лучший убийца, который вы вообще видели, не знаю, да. Да. Понятно? Окей. А теперь, что-то тут можно сломать, мне кажется. Кабель. Использовать. Давайте... Мне нужна жертва. А, мы можем хлестануть прям хч, кабелем по нашей жертве. Окей, 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 еще один. Я спрячусь за деревом, меня не видно, надеюсь.
Что там наверху происходит? Сруби дерево. Давайте срубим дерево. О мой бог! О мой бог! Прочитать газету. Используйте бег, чтобы исчезнуть с места преступления. Окей, это я уже... Киллер, помоги! Я не киллер, мать твою, нет! Каким образом? Каким образом? Как ты поняла, что я убийца? Мы же не в мафию играем, алло! Мне даже новый трек больше нравится, чем предыдущий. А, мы можем отравить еду? Вот там чан стоит. На кухне. Зажигай! Вечеринка только начинается. И, видимо, карта действительно рандомная, потому что в прошлый раз здесь было 3 тела. Здесь вообще торговали наркотой и все в таком духе. Окей. Мы возьмем тебя и отнесем сюда. Еп! Полиция позаботится об этом. Там что, только что взрыв был? А, ну да, точно. Я же конфорку-то сломал. Это профессионал. Ха! Пока менты не приехали, я могу спрятать тело. О, нет, они идут сюда. Нет. Перелезть. Уходить. Это не я. Тю-тю-тю-тю. Здесь чувак стоит, его определенно должны будут переехать. Чё? О, мой бог! Нет! Не стойте на дороге! Дорога не место для игр, понятно вам? Надо позвонить, сейчас столько народу, блин, переедут просто. Давай, я уверен, это должно сработать. Ать! Очередной гребаный притон. Да, согласен с тобой, чувак. Ненавижу, блин, притоны. Питоны. О нет, они включили газ. Газ — это плохо. Что вообще происходит? Они травят тараканов, блин? Что происходит вообще? Ну ладно. Так, окей. Сейчас спецназ приедут, раз они тут марихуаной торгуют. Или чем там. Окей. У нас есть время позаботиться обо всех. Кто здесь? А, здесь уже все мертвые. Так, окей. Уходим отсюда, менты, это близко. А, я танцую. Как танцевать, кстати? Я знаю, что в игре можно танцевать вместе со всеми. Блин, какая... Нет, я нажал на Е! Нет! Нет. О мой бог, меня вырубил какой-то байкер. Нет. Я могу встать? Нет. Окей, звоним. Давай. Хаммер приехал. Ну он как-то, блин, неправильно приехал. Что за чувак? Он идет за мной. Чего происходит? Да отстань ты от меня! Бога ради, что ты хочешь? Что он делает? Что будет, если я убью? Я не могу его убить. Это что, мой личный охранник? Это мой личный охранник, наверное. Да, и теперь меня менты тогда не смогут арестовать, я думаю. Правильно я понимаю? Так, включили, соответственно, огнетушитель, вернее, сломали. Так, это тело я возьму с собой. О, мой бог, что там на улице только что произошло? 9 человек мне просто на халяву подарили. Хэп! Нет, ты ничего не видел! О, нет, он бежит за мной, я не заметен, мента! Фак! Окей, в этот раз мы используем исключительно собственные навыки и стараемся пройти уровень именно с этого раза. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто? Кто привез мне тело хранителя? Спанч, босс, мэй. Ладно, это было не смешно. Хэп! Ты идешь со мной? Ты кладешься сюда? Опа! Ты ничего не видел? Никто ничего не видел? У него пистолет есть! Дай мне пистолет, чувак. Ладно, я просто сломаю конфорку и выйду отсюда, окей? Тин-тюрим. О, мой бог. Ну, 2 человека не так уж много. Так, это тело я возьму с собой. Менты ничего не видели, я надеюсь. Блин, они просто переезжают кучу народу, меня судят за то, что я убил каких-то 5 человек. Несправедливо. О, менты здесь. Тише. Окей. Никого здесь нет. Тише. Никто ничего не видел. Так, телохранитель, я надеюсь, что ты все еще со мной. И 8 из 47. 47, блин, человек. Это как-то много, как по мне. Так, окей. Так, ты толстая, выйди отсюда. Хоп! Так, ты хочешь телефон? Не будет тебе телефона. Так, мы с телохранителем идем сюда. Так, ты тоже звонить идешь?
Что там по звонкам? Нет, я надеюсь, что меня никто не видел. Быстрее, бежать. А, окей, он меня правда не видел. Окей. Тише. Так, почему у него восклицательный знак мигает? Что с ним не так? Окей. Я надеюсь, что... Главное следить за своим персонажем, потому что как только появляются наручники наверху, то все это конечное. Уже ничего с этим не поделаешь. Тише, халява! Почему ты меня выбрал, ублюдок? О мой бог! Красавчик! Муа! Я так и знал, что ты телохранитель... А, он только один раз работает. Блин, он ушел. Фак. Но он вырубил мента зато. Ладно, как машина уехала без полицейского, мне вот это странно. Так, давайте еще раз позвоним. А, мы не можем больше звонить. Фак, ну это тогда неинтересно совсем. Так. Да чего вы все сюда идете? Здесь правда ничего интересного нет. Но здесь можно прям собрать нормальный киллов. Так. И... Так, надо их спрятать. Ой, уйти, там же окно. Хэп! Тише. Хэп! Сжечь доказательства! Да нет, ты не будешь никуда звонить. Сгорите, ну давай, поджигайся! Фак! Нет. Это не я сделал. Чу-чу-чу-чу. Все хорошо. О, там торговец, мне нужен торговец, срочно. Торговец, да, чувак, я ждал тебя, получить вещь. Дымовая граната, окей, попробуем воспользоваться этой штукой, может быть она нам поможет. И опять на дороге оказался, сколько раз она меня подводила, давайте кинем прямо в толпу и попробуем поубивать там всех, раз никто ничего не видит, правильно? Окей. Комбо! Мы получили комбо! О да! Ае! Чё, как танцуется? А? Тише, это не я. Оп! Так! Успел! Так, и тебя я заберу с собой. Иди сюда. Нет! Я уверен, что тут можно где-то выйти, но, блин, вот здесь окно должно быть! Окно! Нет, я из-за своей камеры ничего не вижу. Она у меня здесь, в правом верхнем углу, чтобы я видел, что она хотя бы пишет. Фак! Нет! Все, теперь серьезно. Теперь мы пользуемся всеми фишечками, плюшечками игры. Телефоном, значит, торговцем и так далее, и так далее. Так, давайте позвоним, кто к нам приедет. Лимузин. Лимузин что дает? Я так и не понял, кстати. Он просто переехал несколько людей, и что произошло? Какая-то бесполезная тема. Я люблю вас, люди! Я тоже всех люблю. Как танцевать, блин? C, X, Z, Q. Q! Я их бешу. А, нет. Я могу их прогонять таким образом в другие комнаты. Да куда ты пошла? Все, спасибо большое. Оп. Хоп. А, видимо, это чувак, который за камерами следит, правильно? Мне кажется, что так. Подожжем это место, сожжем улики. О, черт, 50 человек на карте. А, это много. Так, давайте сломаем электрощитовую, вот это все дело. Там халявный человечек. Хоба, и перелезть. Оп, это не я был. Так, блин, здесь куча машин, я вообще не хочу уходить на дорогу совсем. Пробуем обойти карту сверху как-нибудь. Так работает? Это правда так работает. Блин, только из-за своей камеры я ничего не вижу. Это была ошибка сделать. А, дальше я-то пройти не могу. Ну ладно, окей. Окей. Если там кто-то останется в правом верхнем углу, то я просто буду резать воздух, потому что я ничего не вижу. Да блин. Фак. Все, охота началась. Я теперь иду за тобой. Так. Ну и что ты тут смотришь, что-то интересное? Хоп! Никто ничего не видел? Оп. А меня тут нет? Ать. Ты что-то хочешь? А? Хоп! Тише. Позвоним, давайте позвоним.
Мы можем пользоваться двумя телефонами, я понял. Я понял. И кто приехал? Никто не приехал. Как позвонить-то? Или, видимо, я ничего не сделал толком. Любовнички! Ха! О, нет, о, нет, о, нет, 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 нет. Ха! Фак, одна из них меня видела. Нет, 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 нет. Так, 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 полиция приехала уже. Я не могу бежать, нет. Нет, это еще одна проигранная игра. Нет. А-а-а. Черт. Черт. Все, это победная, последняя. Не знаю, нет, я буду пробовать еще. Мне эта игра очень нравится. Так что это должна быть просто победной. Ууу. И, о, это конь, напугает лошадь, давайте напугаем лошадь. О, мой бог. Я чертов гений. Как я не мог подумать о том, что она мне действительно легнет. Давайте позвоним, там столько народу на улице, давай, ну хоть кого-нибудь. Да, дезинсекция. И чё? Они никого не приехали, просто машина их накрыла. Что тут на... А, они кухню всегда. Блин, круто, если бы они танцпол бы. Может, в кино? Может, в кино. Дезинсектор, блин. Блин. Так. Ну, проходи ты мимо окна. Я просто смотрю, как он играет. Хоп! Оба! Где здесь телефон? Да нет тут телефона. Что, телефон? Здравствуйте. Нет. О, нет. Так, там точно можно было перелезть. Вот здесь окно есть, и у меня пробельчик. Пролезть, да. Он бежит за мной. И перелезть. Хаба! И я на улице. Все, я разрулил. К черту это. Все, он сдался. Найс. Окей. Копы, нам нужно вызвать копов, срочно. Марио! Ну, иди сюда. Я убил его? Я не знаю. Блин, ну, судя по звукам, да. Наверное. Марио! Оп, менты проехали. Так. Надеюсь, что больше никто здесь не приедет. Марио! Что он делает, кстати? Реально выглядит как Марио. Мне кажется, в этой игре столько отсылок к разным чувакам. Вот тут где-то парень был. Вот он. В правом нижнем углу вот идет здесь. И, знаете, он напоминает мне какого-то... Герой из фильма, у него такая же прическа была, вот эта вот вся тема. И он был смешным, типа... Вот он рядом со мной стоит, вот он здесь. У него полосочка какая-то красная. Насколько я в курсе, полосочки значит, что человек примерно представляет, кто убийца. И чем краснее эта полосочка, тем лучше он знает. Так что охота началась. И вообще нам надо как-то взаимодействовать больше со всем этим делом. Так. Блин, он теперь на улице. Нам надо его как-то подловить, но я не знаю как. Сейчас вот с восклицательными знаками бегают. Что происходит, я вообще не понимаю. Ну, работай, огнетушитель. Менты что-то не приезжают, хотя вот здесь мигалочка горит, это значит, что они должны упаковать тело. Копы, нам нужно вызвать копов. Ну, хоть кто-то их вызовет, окей. Хоп! Окей, выходим отсюда. Офицер! Меня здесь нет. Я кустик. Я, блин, кустик. Я зажигаю. Хоп! Так, окей, уходим отсюда. Уходим. Так, ты... Ты идешь на балкон? Хотя, знаете, я могу убить вас здесь обоих. Хоп! И... Хоп! А теперь уходим. Или не надо? Окей, их еще даже никто не видел. Так, мы идем тогда отсюда. Так, все, никто ничего не видел. Я вообще здесь не был, я был на улице, тусовался. С байкерами. Че как, байки... Сильный движок себе вчера поставил. Вот. Это было неловко, ладно. Окей. Я пойду отсюда, пожалуй. Так, здесь все спят. Подожжем эту комнату. И уйдем отсюда. Закройся, дверь!
Как же мне нравится музыка здесь! Ха! Нет, он меня видел! Ха! Чёрт. Так, ты. Ха! За мной уже едут менты. Фак! Просто резать всех! Нет. Зато мы у выхода. Так. 3, 2, 1. Поехали! Опа! Чё, ты слишком стар для этого? Марио пошел в туалет, что-то там починил. Что медик делал только что? Марио! Ты что? Он заделывает дырку, мне кажется. Нет. Я что, теперь пролезть не смогу? Эй, чувак! Нет. Он заделал дырку, я теперь там выйти не могу. Фак! Я его даже убить не могу. Блин, чертов баланс в играх. Толкнуть жертву в огонь. О, нет. Куда ты идешь? Нет. Ха! О. Что, решил на балкончике постоять, а? Все, я вызываю легавых. Так, мне придется здесь, я думаю, позависать. Нет, я выйду сюда и позависаю вот тут. Окей. Я думаю, что это хорошая идея. Постоим в ванной. Офицер? Не знаю, я просто прятал кокаин в ванну, да? Я думаю, что все в порядке с этим. 34-47, друзья, мы вообще близки к победе, мы близки, а? Ей, я так рад, не знаю, почему я так рад, но в любом случае. А что мне делать с этой, блин, толпой? Мне нужен кто-то, кто мне поможет со всем этим делом. Мы, по-моему, еще никуда не звонили. Или звонили? Приезжал лимузин вначале, по-моему. Я уже не помню. Control, кстати, показывает, что мы можем сломать, и... Машинку можем сломать, прикольно. Да. Что такое? Кому ты решила позвонить, а? Твари, блин, нарушают мой режим сна. Нет, чтобы поспать нормально. Я могу здесь пролезть? Что здесь такое? Спрятать тело. А, я могу спрятать тело в конденсацию. Окей. Блин, ну... А, окей. Она сейчас вызовет копов. Блин, она, кажется, знает, кто я. Фак. Но почему? Нет! Черт. Ну ладно. Окей. Главное, чтобы они сейчас за мной не бегали, а там мы как-нибудь разрулим. Так, чувак, ты вышел на улицу, это было очень и очень вовремя. Иди-ка ты сюда. Мы еще ни одного тела не спрятали, они просто все мешками лежат, блин, на улице. Так. Окей. На! Уходим. И ты решил подышать свежим воздухом. Это важно. Дышать. Так. И баба пошла. Нет, она знает, кто. Она идет звонить, она идет. Нет. Что значит нет? Вот именно. Но правда, у меня выходов-то толком уже нет. Откуда сбежать от полиции? Если меня вдруг схватят с поличным, то все конечное. Осталось всего 7 человек. Ну давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и диджей. Да, все понял. Они все на танцполе пока. Где торговец, блин? Не круто. Ну тогда потанцуем со всеми здесь. Может быть, я кого-нибудь распугаю. Возможно, надо встать прям в толпу. Чё? Уйди. Сама уйди. Я буду ее преследовать и танцевать прямо рядом с ним. Ее! Классная музыка, правда? О, мы можем отравить еду. Ее, тише, ты меня бесишь. Да нет, наверное. Она что-то видела. Почему у нее восклицательный знак? Блин. Копы, нам нужно вызвать копов, срочно! Это... Никто ничего... Нет, они бегут меня арест... Нет, я клянусь, если это произойдет прямо сейчас, нет! Нет! Фак! 6 человек осталось! Нет! Я недоволен. Окей. Так, что мы можем сломать? Что здесь происходит? Почему люди мигают? А, они типа общаются или что? Так, давай сломаем байк. Да, позвоним кому-нибудь. Кто это сделал? Он пойдет разваливать кабины за то, что... Кто это сделал? Такой стоит...
Кто это сделал? И лимузин просто его перес... Как же я люблю эту игру. Так, тебя я возьму с собой. Пойдем. Блин, надо срочно позвонить. Их столько сейчас на кухне было. Фак. А я не могу позвонить даже. А, я же позвонил уже с этого телефона, приезжал лимузин. Лимузин дерьмо абсолютно. Нет. Это отдел по борьбе с наркотиками. Черт, уходим отсюда, уходим. Они сейчас перестреляют всех в этой комнате. Они даже дезинсектора убили. Я на позиции. И чё они? Там баба спала, между прочим, её вообще не тронули. То есть достаточно прикинуться спящим, чтобы... чтобы тебя не заметили. Ок. Понял. Так, ладно, канистру мы пока использовать не будем. Пусть коп их там всех упакует, и мы вернемся обратно, чтобы отомстить за нашу бессонную ночь. Позвоним. Может, кто-нибудь полезный приедет. И чё? Ничего не произошло? Видимо, всем плевать на мои звонки. Окей. Никто ничего не видел? Там бензин разлился, который очень удобно лежал по центру комнаты. Какой ужас! И... Ножик! Нет. Так, пожаротушители, давайте. Чините это про... Я думал, я могу туда пройти, чего? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Так, время раздеться. Я думаю, сейчас будет жарко. Вы готовы? Я не готов. Например, окей. Вот, там теперь лошадь есть, главное не стоять сзади нее, я теперь все понял. Окей, так, вот здесь, вот как-нибудь, вот так. Там огнетушитель как раз за ней, это прям комбо. Мне нужна жертва, ну блин. Окей, сейчас. Эй, она же легнулась. Окей. Давай, лошадка. Давай. Как думаете, реально лошадь может убить человека? Я знаю, что капля никотина может убить лошадь. Но человека... А, я могу использовать ее несколько раз. Только что полиция переехала просто 5 человек. А? Так, тебя я возьму с собой. Ты... Так, сломаем конфорку и... А, блин. Как ты вовремя ушел отсюда. Фак. Окей. Главное быть подальше отсюда. Эй, а что так мало людей она задела? Хрень какая-то. Совсем. Так, тебя я возьму с собой. Пойдем с тобой в ванную. Хоп. Тише. Окей. Так, что еще мы можем здесь сделать? Там что-то на углу можно сломать. И мы сейчас проверим, что там можно сделать. Офицер, вы должны это увидеть. И убежала обратно на танцпол. Классика. Это капкан. Окей. Меня чуть не переехали копы. О мой бог, как же это было близко. 11:49. Блин, как же много здесь людей. Это просто что-то невероятное. Надеюсь, что тут никто меня не видит. Я же не вижу, блин, за камеры. Окей. Уходим отсюда. Уходим. Мы можем срубить это дерево. О! Я надеюсь, что они не за мной. Если что, я подойду к тому месту, где можно перелезть. В случае чего. Срубить дерево, пролезть. Давайте срубим дерево. Хотя нет, пока нет. Он бежит за мной? Он не бежит за мной. Окей, давайте срубим дерево. И мы только что убили пару человек. Окей, перелезем внутрь. И посмотрим, что у нас там. Сожжем все доказательства. Окей. Все, уходим. Огонь меня в прошлый раз подвел. Огонь не друг. Огонь враг. Это как друг-враг. Поняли, да? Хоп! Уходим. В этой игре надо все делать быстро. Кроме одной вещи. Хоп! Ножик. Хоп! Текс. Хоп! 22:49, уже наполовину... Там дерутся Майкл Джексон и... Похожий на Майкла Джексона чувак, видимо... Майклу не понравилось то, что его кто-то копирует. Киллер, помогите! Да не я, киллер, ну твою-то мать! О, нет! Почему ты был так близко? Пробил! Нет!
Нет! Окей, друзья, я думаю, что на этом моменте мы закончим наш первый эпизод Пати Харда. Вообще прикольная игрулька, я поиграл бы в нее больше, но у меня уже начинает гореть, и я через какое-то время буду просто орать в микрофон. А это не очень хорошо, как по мне. Так что, друзья, если вам понравилось это видео и хотите больше эпизодов Пати Харда, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ссылочки внизу, соответственно. И обязательно, кстати, это сделайте, это правда очень важно. Я смотрю, на самом деле, у каких видео положительный результат от записи, а у каких, ну, такой себе. Так что обязательно дропните лайк, мне на самом деле понравилось играть в эту игру, и я хочу играть больше. Вот, и обязательно посмотрите ролик, который будет в конце, как только я закончу говорить, и увидимся с вами завтра. Видео выходит каждый день, так что не забудьте подписаться. Это важно, правда, я не знаю, почему я столько раз сказал, поставьте лайк, подпишитесь, но, понимаете, я просто, как бы, не самый большой ютубер, да и я маленький, честно говоря. В плане ютуба там есть такие гранды, 50 миллионов и так далее, это прям что-то поразительное, но... Хочется хоть немного аудитории, которая хотя бы будет писать в комментариях, которая будет ставить лайки. Друзей, чтобы пообщаться, просто друзья. Так что надеюсь, что вы меня услышите. Пока-пока.